ведут себя как дикие звери, в поисках человечности стоит понаблюдать за животными. По воскресеньям слушайте программу «Сити джунгли». Самые актуальные вопросы московского мира животных. Зачем держать змею в квартире? Пустят ли в кафе с собакой? На кого охотятся жители столицы? Звери большого города в программе «Сити джунгли». Завтра в 9 вечера на радио FM. Сити-инструкция. Вот продуктовый магазин. Покупайте мясо, немного колбасы, сыра.